И он ведь трижды был лауреатом премии Ника за лучшую музыку кинофильму. Человек Микаэл Таривердиев. Ну, наверное, многие из вас слышали его голос. Он ведь сам исполнял свои собственные песни и романсы. Может быть, кто-то видел передачи, посвященные ему. И вот его облик. Человек мужественный, благородный, элегантный, современным языком даже стильный, сдержанный и спокойный. И это был человек с самыми разносторонними интересами. Он дружил со спортом, великолепно плавал. Одним из первых в нашей стране освоил виндсерфинг. Любил путешествовать. Делал замечательные художественные фотографии. Но все-таки, безусловно, в первую очередь, да, собственно, во всем – он был музыкантом. О музыке начал учиться в Грузии. Он армянин по национальности. Родился в Тбилиси. И сначала учился в специальной детской музыкальной школе при Тбилисской консерватории. Рано стал сочинять музыку. В 13 лет написал первые два свои балеты. Небольшие балеты. Они назывались «На берегу Днепра» и «Допрос». Сам по себе ведь замечательный факт. В таком раннем возрасте уже законченные сценические произведения. Но еще, наверное, более интересен тот факт, что эти ранние балеты были поставлены. Поставлены силами учащихся хореографического училища, и на протяжении сезона по воскресеньям шли не где-нибудь, а на сцене Тбилисского театра оперы и балета. А уже высшее образование Таривердиев получил в Москве. Он приехал в город, который стал уже на все последующие годы жизни родным. Для него он учился в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в классе не кого-нибудь, а Арама Хачатуряна. Как уже взрослый композитор, Таривердиев дебютировал на сцене Большого зала Московской консерватории. И это был совершенно особенный, безусловно, для него концерт. Цикл его романсов взялась исполнить знаменитая, прославленная в то время певица Зара Долуханова. И еще один факт важнейший для него. Его романсы звучали в одном концерте, в одной программе с музыкой великого Прокофьева. И вот потом Таривердиев вспоминал, что при лицезрении афиши, на которой крупными буквами напечатаны рядом были имена Сергей Прокофьев и Микаэл Таривердиев, ему хотелось закричать: «Люди, люди, посмотрите на афишу!» Потом, конечно, пришла его собственная и очень большая и заслуженная известность. И вот уже в тех романсах, а потом во многих произведениях своих Таривердиев выработал особую и неповторимую интонацию, ту, по которой ведь мы, собственно, сразу узнаем. Это музыка Таривердиева. Это интонация изысканная, утонченная, поэтичная, с графически очерченными мелодиями. Это музыка, которая словно перекидывает арку из современности в старину и обратно. И эту интонацию слышим мы в его киномузыке, о которой речь пойдет позднее, которые звучать будут во втором отделении. Это же интонация в его сочинениях академического направления. Сам Таривердиев настаивал, что он не только кинокомпозитор, он и академический композитор. У него есть, например, три концерта для органа. Органная же симфония, она называется «Чернобыль», и написана была после путешествия в Чернобыль, после посещения этого города, окрестности, вернее, его, почти сразу после аварии на АЭС 1986 года. У Таривердиева есть два концерта для скрипки с оркестром. Концерт для альта и струнного оркестра, сочиненный по заказу Юрия Башмета. У него большое количество пьес для фортепиано, произведения для других и разных инструментов. У него вокальные циклы, у него огромное количество романсов и песен. И еще он автор пяти опер. А одна из них – это моноопера или монодрама «Ожидание». Вот этот жанр, моноопера, не самая
часто встречающийся на театральной сцене, и ведь не самый привычный для нас слушателей. Здесь, в моноопере, нет обычных арий, нет дуэтов, уж тем более каких-то развернутых ансамблей, народных сцен, сцен танцевальных. Нет, все сосредоточено на единственном действующем лице. Нет и действия как такового, того действия, которое мы вправе ожидать в театре. Но зато какой простор для композитора, для воплощения того, что главный герой или главная героиня переживают. И вот в этом случае ведь особенно важным становится литературный первоисточник. В своей моноопере Таривердиев обратился к поэме нашего земляка, поэта, который родился и взрослел здесь, в Омске, это Роберт Рождественский. У него поэма называется «Ожидание», в скобках «Монолог женщины». И действие ограничено всего лишь улицей города. Женщина пришла на назначенное свидание первой, раньше времени. И вот полчаса ожидания. Ну что такое всего лишь полчаса? Но сколько, и сколько у Рождественского в его стихах, и сколько в музыке у Таривердиева, сколько пережито ей. Вот в этот момент, в эти полчаса, может быть, самые важные, переломные в ее жизни. Впервые эта опера, написанная в 1985 году, была поставлена на сцене Московского камерного театра. Потом осуществлялись и осуществляются другие постановки в театрах. Исполняется она и в концертном варианте. Микаэл Таривердиев. Моноопера «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского. Исполняет Омский академический симфонический оркестр. Дирижирует художественный руководитель и главный дирижер оркестра Дмитрий Васильев. И лауреат международных конкурсов, солистка Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко Наталья Петрожицкая. Страшно, почему?
Женщина.
ближайший просвет. Мир озирается, просит любовь о спасении. И до сих пор не подвластны толпе докторов. Рушатся самые прочные связи и семьи. Скорую
Тишины, над которым без сон.
Здравствуйте, уважаемые зрители Омского музыкального канала. Под сенью концертного зала Омской филармонии растворилась музыка Таривердиева. Окончено первое отделение. И пока у нас есть время, поговорим немного о творчестве великого мэтра. Наш сегодняшний собеседник, а точнее очаровательная собеседница, ведущая солистка Московского академического музыкального театра имени двух народных артистов Станиславского и Немировича Данченко, Наталья Петрожицкая. И у меня к ней сразу вопрос. Наталья, чем для вас является музыка Таривердиева? Кто для вас композитор Таривердиев? Киношный или серьезный композитор? Таривердиев для меня композитор музыки моей души. Конечно же, неотъемлемая часть – это музыка кино, на которой мы выросли, которую мы считаем свои года, по иронии судьбы или с легким паром, соответственно, по песням Таривердиева мы считаем, сколько нам лет и сколько мы встретили новых годов. Но в данном контексте моей работы, в данном проекте и, в принципе, в последние несколько лет я серьезно занимаюсь музыкой Таривердиева, пою его циклы, пою монооперу. И для меня это такой серьезный пласт работы, которую нельзя просто напеть как полюбившуюся песню. Это очень-очень такой кропотливый труд, потому что музыка Михаила Леоновича на первый взгляд так мелодична и проста, но на самом деле она с большими подводными камнями, с интересными гармониями. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Мне так кажется. Для меня. Лично для меня.
Наталья, вот вы говорите тоже о Тривердиеве, начали разговор с того, что это все-таки композиторы для фильмов. Единственный в России конкурс органистов, который проходит раз в два года в Калининграде, носит его имя. И, по-моему, это не случайно, ведь он написал очень много произведений для органа. А это, по-моему, на мой взгляд, далеко не легкая музыка. И в этом году я открываю этот фестиваль в Калининграде буквально на днях. 3 сентября мы открываем с Алексеем Гарибулем, Венерой Гимандиевой, самой Верой Тривердиевой этот фестиваль большим концертом. Там будет и музыка Михаила Леоновича, как циклы его, на стихи Цветаевой. Ну, много циклов мы поем, поэтому органная музыка больше, большая часть его творчестве, но я вам говорю так, как о циклах, о том, чем я занимаюсь в данный момент. Конечно, органная музыка — это очень серьезно. Он же еще и оперы писал, насколько вы знаете. И балет. И балет. И оперы прекрасно идут. Я даже знаю тот факт, что первый балет Тривердиев написал в 13 лет. Ну, как Моцарт. Ну, немножко постарше, но про это я еще немножко расскажу нашим зрителям после интервью, по крайней мере, про тяжелое музыкальное детство Тривердиева, есть такие некоторые факты, но сейчас все-таки вопрос именно к профессионалу сцены. Знаете ли вы о судьбе авторской партитуры балета «Девушка и смерть»? Нет. Что с ней сделал Тривердиев? Не знаю, просветите меня. Но дело в том, что обязательно, кстати, это очень просто. Надо просто подписаться на общий музыкальный канал. То есть и в любой точке мира, то есть можно всегда вспомнить чарующие моменты. Вот на самом деле, то есть дело в том, что у Тривердиева была его самая большая мечта. Он хотел, чтобы произведения звучали со сцены Большого театра. И в 87 году уже была окончена работа над постановкой его балета по работе Горького «Девушка и смерть». 17 килограмм весили партитуры к этого балета. То есть, но как поется в песне у «Машины времени», у Макаревича: «Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену с той стороны, где дверь служебный вход». То есть совершенно независимо от автора ничего. То есть эти интриги, 87-й год, то есть разваливалось все. В конце концов, страна развалилась. И просто-напросто за несколько дней до премьеры, уже когда были проданы билеты, этот балет сняли со сцены. То есть балет был отменен, и Тривердиев после этого старался не то что не бывать в Большом театре, он старался даже не проезжать мимо. Это была самая большая его боль. И только в 16-м году стараниями Веры Тривердиевой, то есть состоялся концерт на его произведение, именно в Большом театре, то есть посвящен 85-летию великого мэтра. Но, к сожалению, он уже к тому времени ушел. Вы помните, что потом сцена Покровского теперь тоже часть Большого театра, а там шло «Ожидание». Да. Да, и там была премьера «Ожидания», которую пела Мария Ремишева. Это прекрасное. Я видела. Но не саму премьеру, конечно, а уже такие. А если вот я... А если я, уже своим так слушателям немножко анонсировал сам себя по поводу детства Тривердиева. Вообще, интересный факт. Тривердиев увлекся, очень маленький. Мика, как его, кстати, позже называли друзья, увлекся роялем, который стоял у соседей, то есть ему-то было интересно. Но этот гость очень быстро надоел, и посоветовали купить ему свое пианино. То есть, а после этого мама взяла его в руки, потому что не хотел маленький Мика играть гаммы, то есть все прочее. Он тогда вспоминал: больше всего я ненавидел исполнять музыку Петра Ильича Чайковского, конкретно «Похороны куклы» из детского концерта. Он говорил: зачем мне это надо, у меня никогда не было кукол, я никогда не хранил, почему я должен играть эту ересь? Но, тем не менее, с возрастом, то есть он все-таки увлекся музыкой, но все-таки мамино начало здесь сыграло свою роль для того, чтобы, в принципе, на мой взгляд, родился, наверное, величайший композитор. Потому что человек, вот когда вот он в 60-е годы, вот он первые романсы прозвучали, вот тогда Тривердиев провозгласил третье направление в музыке, что он хотел уйти от академизма, с одной стороны, с другой стороны, от массовой культуры. Но когда уже композиторы подхватили эту волну, все-таки он вернулся к академизму.
А еще один такой факт. Вы знаете историю про рояль, на котором была написана музыка для 17 мгновений весны? Это же вообще кошмарная история. На самом деле, в те времена у Тривердиева был маленький кабинетный инструмент, по-моему, Вайнбаха. Да, Вайнбах. А друзья ему предложили, говорят, слушай, забери у нас большой рояль. Он говорит, да вы что, это же Стенвей. Но, тем не менее, обмен состоялся. И на этом, кстати, рояле, то есть он написал очень много музыки, в том числе для 17 мгновений весны. Но самое пикантное в этой истории, что, ну, якобы этот рояль был вывезен из одного из загородных домов Геринга. Ну, то есть, и как бы музыка, которая ассоциируется с удачей нашей разведки, то есть... И еще один фактик. Дело в том, что после премьеры фильма «17 мгновений весны» Татьяна Леонидовна никого не видела в качестве композитора, кроме Тривердиева. Ей очень не понравился, конечно, Кобзон. То есть там она на первых прослушиваниях говорила, я хочу видеть Штирлица, а не Кобзона. Но Тривердиев настаивал. Нет, он исполняет сильно пафосно, мне нужно проникновенно. Но что было, результат, я, по-моему, эта песня стала песней столетия. То есть эти две песни, что «Мгновение», что «Песня о родине». То есть, ну, это, ну, ну вот, что было, то было. Но когда вышел фильм, награждены были все, кроме Тривердиева. По иронии судьбы, как будет называться следующий его фильм. Однако Юлиан Семенов сделал всем главным авторам, то есть Тривердиеву, Тихонову, Леозновой, очень интересное удостоверение. То есть, ну, все-таки мы же работали с КГБ, то есть, ну, все-таки фильм этот был, сами понимаете, о чем. И это удостоверение позволяло передвигаться, ну, под любые знаки, то есть все прочее. И только Тривердиев решил его проверить и, собственно, ручно выехал в центр Красной площади. Чем произвел фурор своим удостоверением, ему отдали честь. И вот он покинул. То есть, правда или нет, будете встречаться с Верой Тривердиевой, спросите про эту историю. Но так говорит, что был такой момент. Сейчас она знает, что мы здесь, и передавала большую удачу и всего-всего. Про обвинение в плагиате. Рассказывайте. Да, даже не столько рассказывать. Но, вы знаете, вот когда... Почему, кстати, он и получил эту государственную награду? Нелепая шутка одного из композиторов, который был известным шутником, то есть, я позже я чуть скажу его имя. То есть, якобы, в Союз композиторов сразу, буквально спустя две недели после премьеры фильма «17 мгновений весны» поступает телеграмма с примерно таким текстом. «Поздравляю вас с успехом моей музыки в вашем фильме». И подпись «Фрэнсис Лэй». Да, есть такой французский композитор, да, его музыка звучала в фильме «История любви». Этот фильм вышел в 70-м году, то есть на 3 года раньше, на «Мгновение весны». Ну и, в принципе, по большому счету, можно найти некоторые совпадения некоторых аккордов. Но дело в том, что чуть позже пришла телеграмма от самого Фрэнсиса Лэя, что он никогда... Не посылал такую телеграмму. Ну, это была злая шутка Никиты Богословского, который то сознался об этом уже буквально перед своим уходом из жизни. Но очень много лет жизни у Тривердиева она отсняла. Его часто называли баловнем судьбы. Ну, может быть, он жил все-таки вопреки судьбе. И, кстати, Тривердиев стал первым композитором, который получил государственную премию СССР за работу в кино. Но тоже это произошло достаточно своеобразно. Во-первых, это было за «Иронию судьбы», а когда вышла «Ирония судьбы», то есть тоже очень, вот там в гостелерадио начался разговор, что за консерватория, зачем нам Цветаева, зачем нам эти стихи. Но, тем не менее, то есть фильм вышел, и когда были списки на государственную премию, Тривердиева там не было. А Эльдар Рязанов сказал, если не будет Тривердиева, я премию получать не буду. Все-таки, наверное, у него были хорошие друзья. Конечно. И дай Бог всем хороших друзей иметь. Угу. Мне кажется, что нам с вами надо пора закругляться. Последний вопрос. Да. А программа продолжается. Да. Давайте немножко еще поддержим интригу. Скажите честно, как вам омская сцена? Как вам омский зритель? Вы знаете, я впервые в Омске и в Омской филармонии, вообще в городе Омск. И сегодня первый день после отпуска, когда я вышла и начала свой сезон 21-22. До слез. Меня давно не встречали стоя, и со мной давно не плакали вместе. Это так.
Да. Очень душевно. Давайте сделаем традицию, давайте начинать все ваши сезоны в нашем городе. Тем более Омск – это третья столица. Да, прекрасно, я согласна. Спасибо вам большое. Огромное спасибо вам. Оставайтесь на Омском музыкальном канале. Микаэл Таривердиев сочинил музыку к 132 фильмам. И это и довольно большие законченные номера, это небольшие инструментальные фрагменты. Это и песни, которые собственно, песнями ведь не являются. Но хотя бы вспомним «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Иронии судьбы». Или, например, из кинофильма «Адам женится на Еве», «Люблю, но реже говорю об этом». Это ведь и песня, и романс одновременно с той самой неповторимой интонацией Микаэла Таривердиева. И всегда он для своих вокальных сочинений, в том числе и тех, что звучали в фильмах, кинофильмах и телефильмах, он всегда выбирал поэзию самой высокой пробы. Среди его авторов Шекспир, Цветаева – и поэты его современники, с которыми он был дружен. Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский. А в кино Таривердиев пришел рано и для себя совершенно неожиданно. Он учился на 4-м курсе института имени Гнесиных. И в Гнесинку пришли студенты другого вуза. Всесоюзный институт кинематографии, в ГИК. И это были молодые режиссеры, которым потом суждено было стать явлениями в советском кино. Каждый из них стал явлением. Это Эльдар Шенгелая, Михаил Калик, Эдуард Абалов. Они снимали студенческий фильм. И, конечно, нужна была музыка. Вот для этого они пришли в Гнесинку. Но шла сессия, студенты были заняты. Да вот как-то никто не захотел сочинять музыку бесплатно. А Таривердиев согласился. И для него открылся тогда совершенно новый, удивительный для него мир. Просмотр уже отснятых фрагментов в пустых залах. Пленки проявочные, монтажные. Ведь раньше так фильмы делались. Звукозапись, сведение видеоряда и музыки. Все это поразило его воображение. Он сочинял, конечно же, с энтузиазмом. Сочинил музыку очень быстро. Фильм тот назывался «Человек за бортом». А всего лишь через год, в 1958 году, он уже дебютировал не в студенческом в кино, а собственно в кино. Михаил Калик, который стал другом, его попросил сочинить музыку к кинофильму «Юность наших отцов». И в кино ведь Таривердиев работал на протяжении всей своей жизни. Очень любил эту часть своего творчества. Он даже стал основателем гильдии композиторов кино Российского союза композиторов. И, собственно, благодаря киномузыке он получил свою известность, можно сказать, да так оно и является, всемирную известность. Во втором отделении киномузыка Микаэла Таривердиева. Сюита из музыки к фильму «17 мгновений весны». Три части. Пастор на лыжах переходит границу, проезд Кэт и Штирлица границы и Берн. Исполняет Омский академический симфонический оркестр, дирижер Дмитрий Васильев.
Мелодия из фильма «Ольга Сергеевна» исполняет струнная группа Омского академического симфонического оркестра. Партия фортепиано Полина Королева. Thank you.
«Королевская охота» из фильма «Король-олень». Прелюдия из сериала «Судьба резидента». Соло на виолончели заслуженный артист России Владимир Сенаторев. Thank you.
«Ноктюрн» из фильма «Ольга Сергеевна». В заключение концерта – сюита из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Три номера. Увертюра, «Снег над Ленинградом», вальс. Партия клавесина Наталья Миронова. Партия фортепиано Полина Королева. Партия вибрафона Михаил Дзерко.